Губернатор провел очередное оперативное совещание с членами правительства Мурманской области. О том, как прошел ЕГЭ и как обстоит ситуация с коронавирусом, расскажем в нашем следующем сюжете. 3500 выпускников сдали единый государственный экзамен. В этом году для получения экзаменационных материалов использовалась новая технология защищенных интернет-каналов. Мы в числе 25 регионов страны, которые в этом году новые технологии использовались. Ну, во-первых, защищенность, во-вторых, быстрая проверка результатов. Я надеюсь, что у всех наших ребят эти результаты будут высокие. В докладе губернатору министр образования и науки Ольга Дзюба отметила, что в этом году, как и в прошлом, экзамен имел некоторые особенности. В аудиториях установлено видеонаблюдение, ведется мониторинг со стороны общественных наблюдателей. Итоговая аттестация проводилась с учетом всех санитарных требований. На входе обязательная обработка рук, контроль температуры. В аудитории нельзя находиться более чем 10 экзаменуемым. Для получения аттестата выпускникам 11 классов, которые не планируют поступать в текущем году в вузы, необходимо было сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам – по русскому языку и математике. Этим правом воспользовались 66 человек. Кроме того, государственный выпускной экзамен сдали 30 участников в школах при учреждениях исполнения наказаний и 2 участника с ограниченными возможностями здоровья, поскольку они имеют право выбора формы экзамена. Те ребята, которые собираются поступать в вузы, в обязательном порядке сдавали ЕГЭ по русскому языку. Остальные предметы по выбору. Помимо темы образования, глава региона обсудил с коллегами ситуацию с коронавирусом в области. Губернатор подчеркнул, что сейчас как никогда важно соблюдать ограничения, носить маски и соблюдать гигиену рук. Также он выступил с инициативой по бесплатной выдаче лекарств тем, кто заболел COVID-19 и ОРВИ, которую поддержал и глава регионального Минздрава. В своем докладе Дмитрий Панычев сказал, что сейчас в Заполярье сохраняется напряженная коронавирусная обстановка, а темпы проведения ПЦР-исследований увеличиваются. В госпитальном этапе мы развернули уже 831 дополнительную койку, в том числе на прошлой неделе 189 койк. И в настоящий момент в регионе у нас функционирует 1212 койк, 934 из них с кислородом и 89 из них с возможностью проведения искусственной вентиляции легких. Губернатор в ходе встречи также отметил руководство Заозерска, которое, по мнению Андрея Чибиса, успешно осваивает средства региональных и федеральных субсидий. В небольшом заполярном городе глава региона с рабочим визитом был накануне. Мы видим и реальные результаты программы реновации ЗАТО, и то, что в городе все кипит, и те деньги, которые мы выделяли в прошлом году на новые стадионы для двух школ, на обновление городской среды, мы видим, как эту работу реально реализованы и пользуются и люди, пользуются этой спортивной инфраструктурой, и это очень здорово. Цифровая диагностика автодорог не фантастика. В Мурманской области начинает работу уникальная современная передвижная лаборатория «Искандор», которая создаст цифровой двойник дорог региона. Основываясь на полученных данных, определятся наиболее уязвимые участки полотна, которые требуют ремонт в первую очередь.